износ автомобилей скорой помощи в городе Благовещенске составляет 66%. По Амурской области это и того больше. Парк обновляется не так, как хотелось бы. Поэтому в связи с этим и создана была рабочая группа, куда вошли представители скорой помощи города Благовещенска, депутатского корпуса, Общероссийского народного фронта. Рабочая группа будет изучать этот вопрос и в ближайшее время даст рекомендации и Министерству здравоохранения, и руководству станции скорой медицинской помощи.